Такой форум наш регион принимает во второй раз. Он посвящен развитию самоуправления по трем направлениям – молодежной избирательной комиссии, парламенту и правительству. В ходе форума ребятам предложили разнообразные мастер-классы, лекции и дискуссии, в которых приняли участие эксперты в области госуправления и политического менеджмента. У нас уже очень долгое время на территории Тамбовской области работает молодежный парламент, не один созыв. И практика того, как ребята, скажем, знакомятся с деятельностью законодательного собрания, как работают коллеги на муниципальном уровне, они знакомятся очень много лет, то теперь мы как бы будем развивать такую культуру для органов исполнительной власти непосредственно, в том числе государственных органов. Конкурсный отбор в молодежное правительство начинается 21 июня. Свои заявки каждый совершеннолетний житель Тамбова может подать через электронную платформу «Молодежь России». В августе организаторы обещают представить общественности полный состав молодежного органа исполнительной власти из 35 человек.